Всем здорово, мои дорогие друзья, с вами я, Рик Лапа, мистер Фредик и Вика. Да? Да. Да. Привет. Да. Всем привет, Вика. Привет. И сейчас, именно сейчас, мы будем кромсать. Ребята, берегитесь, если я вас найду, это все. Прям все. Вперед. Так, у меня слепота. У этих чудиков, к сожалению, слепоты нету. Да, но и всего остального тоже. Так. Так. Так, 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 так. Он такой огромный. Это только одна часть его. Так что? Мне так страшно, я его не вижу. Бог ты мой! Блин! Нашел. Молодец. Как стрёмно-то. Скажи, я иду за вами. Точнее, уже за тобой. Ати. Это будет, может быть, и просто, ты знаешь. Я не спалюсь, я под чертом. Да я не сомневаюсь. Да ничего страшного, все равно найду. Да, не сомневаюсь. Я иду за тобой, Фредик. Жди меня. Не хочу. Жди меня, как Хатико ждал. Не хочу. Да плита вальнула меня. Так. Плохая плита, очень плохая плита, очень плохая. Так. Так. Чё-то пока глухо. Я иду, бегу. Бегу! Есть! Нашел! Я нашел вас всех! И всех покромсал! На секундочку отжал, и он нашел. Так, ну что, кто хочет следующий, а? Давай я буду. Давай. Да? Давай. А он найдешь или не найдешь? Ну ладно, вот так. А, это все упрощает. Ну как вы? Стрёмно? Да, так стрёмно. Ты знаешь, так... Звуки стрёмные. У меня типа, да? Да, ты... Я нашёл всех. Все покромсал, комарик укусил. Ничего так, комарик. А, комарик такой малярийный. Смотри, такой комарик. А чё это ты такой... Сау укусила. У него бронезащита против малярийки. Против комарик. Прививка. Это что, креатив или что? Кто? Ты. Да. Ты подстава, ты ходячая. Строят комариков. Погнала. Так, дай мне броню, эй. На, нет проблем. Все на тебе, все. Так, подожди, почему у меня стрел 9 штук? Потому что ты убил меня, и мои стрелы перешли к тебе. Раз, два, три. Раз, два, три, это я выброшу. А ты что, думал, шара будет тебе? Думал, да. Так, и лук, да? Да, все есть. Всё, а, ну, всё, короче, да. Я тебя бросил. Ну, и подожди. Тогда давай я сюда сброшу. Сюда сброшу все, что мне не нужно. Я палочку, да, только возьму все? Да. Жайзл. Идем прятаться? Да. Туда? Туда? Да. Так, туда? Я готов, я жду. Скажите, когда. Конечно. Да. Так. Ну. Так. Ну, как бы, давай. Точно, все готовы? Да. Так. Нет! Где ты? Кто? Или все? Ну, почти все, да. А ты жив? Да. Я думал, ты еще не жив. Ты смотри, какой, где ты? О! Кого я вижу? Бегом! Это не всегда хорошо. Воу! Да давай быстрее! Да что же такое? Что же такое-то? Так, кого-то я нашел. Теперь всем страшно. Быть такого не может. Кого ты нашел? Я говорю, сейчас я иду туда, я просто долго иду. Куда ты идешь? Туда. Туда. О, нет. Что? Не, ничего.
что за... О, нет. О, да. Нет. Где же... Почему я это делаю? Почему я это делаю? Это должен ты делать. Ой, что-то меня больнуло. Это место спецэффекта. Это место? Это местечко. Так, Вика, ты не на вышке случайно, нет? Конечно. Так, я, конечно, понимаю, ребятишечки мои драгоценнейшие. Но как же то ресурсы-то взять-то, а? Это, наверное, самая главная проблема сейчас. Это да. Ну ты смотри, только что где-то кто-то был и нету. Эй, вы чё, ребята? Так нельзя. Вы же понимаете, что так нельзя, нет? О, нет, тошнота. А что это за кнопочка? О, замедление 4, да вы издеваетесь? Ой, давай не рассказывай там. Я тебе говорю, я еле иду. Фу, еще какая-то плита. О, восстановление, вот это уже плюсик. Плохая плита. Хорошая плита. Плохая плита. Ну уже, где вы? Ты смотри, как прячутся, как же они прячутся. Мастера спорта по прятанию. Да уж, вам бы медальки за это, да. Шоколадные. И где вы? Еще кнопка. Странно, ну ладно. Так чё я так молчу, я даже не знаю. Я молчу. Просто тут здесь просто такая напряженная ситуация такая просто. Да, напряженка такая есть немного. Я вас напряг. Я вас очень сильно напряг. Так, что же делать-то? Ярик, а ты shift держишь? Да. Конечно, я бы уже его нашел, если бы не держал. И я держу. Так ты молодец. И ты молодец. Так, на все три отпусти. Мы два молодца. Пусти. Это что ты? Бесть. Это я нажимаю на плиту или что это такое? А что это такое? Ах ты Ярик, ай, что ты сказал на плиту? А где теперь эту плиту найти бы, а? Ай, да-да-да-да-да. Так, ну что, чувак, ну давай уже сдавайся, да и все. Сдавайся, да. Не. Пора бы уже. Ну, время же... твое вышло, дозор твой окончен. Это так будет нечестно. Ярик. Да. И я передвигаюсь. Да ты что? Вика, ты вообще не в золотом, а в том другом лабиринте. Я знаю, где ты. Так что... Че ж ты меня не нашел-то, а? Если ты знаешь, где я. Потому что я пошел туда, не нашел тебя. Это все. Фу, меня тошнит. Уже попало. О, меня тошнит постоянно. Так. Да где вы? Пора сдаваться, Фредик. Да не. Так, дозор как... твой окончен. Зима близко. Опять то, что такое. О. Позор мой окончен. Ты где? Дозор. Так, Фредик. Так что? Что? Все, не нашел. Или нашел? Ну, кого не нашел? Ну, ты вроде как и нашел, и не нашел. Это просто легендарные прятки, где Фредик да. Никого не нашел. О, меня невидимость. О, классно. О-о-о. Че все равно меня прет на эту вышку? Я не знаю просто, что меня сюда прет. А! Что? Я считаю, что это крах. Ну, да, возможно, но я не нашел никого. Чувак, реально уже столько времени прошло, это просто уже фантастика какая-то. Это просто такое невозможно. Значит, очень сильно спрятан. И ты Вику не нашел и не видел ее? Нет. Я вообще не знаю, где она. Ты меня еще видел, а вот ее, это вообще фантастика, слушай. Я просто мастер спорта по пряткам. Это точно, не поспоришь. Так, считаем до 10? Да, давайте. Считай. Давайте. Сколько секунд? 10? Да. Ну давай 10. Давай 10. Давай 10. 9. 8. 7. 6. 5.
4. 3. Капец. 2. Капец. 1. И вы слабое звено. Я в шоке. Ты как? Фредди, что это было-то? Я вот, привет. Я в шоке до сих пор. Я сам, если честно, в шоке. Ох, это поворотище. Так, ну что, давай, Вика, ты. Давай. Это мне нужно, да, сложить то, что у меня есть. Куда мне его сложить? Да, бронечку возьми, ну там Фредик тебе все даст. Сейчас я сложу. Давай, давай. Так, что же будет? Вот все твое добро. Даже, если честно, я не знаю. Даже и не знаю. Так, возьму, все возьму, вот это возьму, вот это тоже. Так, я ухожу, а вы прятаетесь, ну. Ну, конечно, конечно. Так, куда? Я туда? Так, а я сюда. Ты все взяла, да, Вика? Мечик, да, там, да. Лук, там, туда-сюда. Хорошо. Да? Так, я тпшнулся. Я тпшнулся. Ну и жду. Сейчас, 2 секунды, все. Давай. Так, ну. Че, кто где? Никто нигде. Признавайтесь. Че где, че где. Ну че, шифты уже позажимали, да? Да. Да. Ну хорошо. Нам хорошо. Нам хорошо. Ай, на тошноту наступило. Самое прекрасное, что есть. Ну да. Че-то никого нигде нету. Вы хоть в лабиринте-то обои? Не. Очень даже лабиринт. Я очень чу. Даже не. Никакого лабиринта. Так. Ты знаешь, наблюдать интересно за человеком, который ищет. Это так, наверное, и я выглядел. Туда-сюда, туда-сюда, туда. Так, я даже не знаю, куда идти, что делать. Главное, не стоять на одном месте. Это да уж. И так. Ярик у нас по спецэффектам. Да-да-да. Нагоняет интригу. Так, так, так. Он такой огромный этот лабиринт. Ну, я даже весь не обошла, когда пряталась. Конечно. Опачки! Нет! Я горю! Что делать? Куда? Нет! Я тебя ударила, все, я тебя ударила! Какая ударь? А! Ударила еще раз и убила даже. Ничего все. Себе, убила бандита. Так просто ударить нужно завалить. Хорошо, а молодец. А нужно завалить, да? Да. А, ну ладно, я же завалила. Какая? Я в шоке. Ну я в принципе и горела, может это ничья? Нет, да, это не. Как раз нормально, я же тебя не завалил. А, ну ладно. Все, там, я уже там не был тупик. Там был тупик. Да не в этом дело, там был тупик. И я просто выхожу уже. Да меня валит кто-то меня! Этот Фредик где-то рядом. Откуда ты знаешь, что я где-то рядом? Потому что только что меня валил. А где ваша тусовка эта вся? Я хочу к вам. Он же меня и стрелами лупит. Это что такое? Фредик! Фредик взял весь материал, собрал на молоток. Молоточек. Это я, вдруг что это я? Просто я в сторону отошел и смотрю за вами. Да. Мне же интересно, как это все происходит. Ты пропиши геймод 3. Да для чего? Мне и так хорошо. Фух. Так, экшн, меня аж дух захватывал, когда я с тобой бежала. Только ударилась об стену и полетела не туда. Бывает. Так. Если он меня завалит, это будет нечестно. Почему это нечестно? Да будет все нормально. Вам внушаю. Давай, ищи, потому что времечко идет, и сильно затягивать мы не можем. Конечно же. О, другое дело. Теперь буду, все, я объявляю войну. Так, что? Тупо меня валит. На тебе. Убил! Ты серьезно? Охотника! Вот это мощь! Нет, чуть ему в глаза. Как он мог? Ничего себе! Вот это поворот!
убить охотника — это реально медалька. Медалька, да. Медалечка такая, у-у-у-у, медалечка, у-у-у. Это такая медалька? Так, медалька — это хорошо, но где жратва? О, вот моя жратва. У меня полсердечка, алло, всё. Иди сюда, на. Давай. Пока мсала ты мне дико так. Это что было? Это была мстя. Жесткач. Так, ну что ж, друзья, будем завершать. Короче, мы так вот полазили, вот так у-у-у сделали, и, короче, все бомба, да? Да. Так, было интересно, необычно. Прикольно. Вообще, просто необычно. Просто полностью необычно. Так вот, вот так вот, что-то новенькое. Так что, друзья, огромнейшее вам спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Ты меня так подставил. Почему? А, не попал. Ай-я-ра-та-ра-ту-та-чика-мат. Откуда ты прилетела-то, плюшка? Пока. Ах ты. Так, хорошо, погнали. Раз, два, три. Три-два раз.